Белая чума на оба ваших дома. Эпидемия холеры в Йемене убила уже почти 2000 человек. Такие цифры привели в местном Минздраве. Там подсчитали все смерти от этой острой кишечной инфекции с конца апреля. Напомню, впервые болезнь атаковала Йемен 27 числа и почти мгновенно распространилась на 21 из 23 здешних провинций. 368 тысяч случаев заражения, большинство инфицированных дети. От обезвоживания организма местные жители гибли сотнями. Сильнее других пострадали провинции Хаджа, Сана, Хадейда, Амран и Ибб.